Песня про айпэды, про айфоны, ну короче, про разные телефоны. Полный дебилизм, блин. Поехали. Копил я деньги от получки до получки. Я их экономил даже попросту на всем. Так накопил на телефон, который лучше. Функционально я купил себе айфон. В нем интернет и даже функций очень много. Есть фотокамера и есть там диктофон. Он мне стал ближе, лучше друга дорогого. Через наушники я слушаю музон. Снимаю видео и делаю я фото. Как малолетка селфи делаю свое. Я так увлекся, стал снимать уже кого-то. Прям исключительно я делаю кино. Вот так. Но этого мне показалось даже мало. Придачу накопил уже на ноутбук. Меня порядком что-то очень обуяло. Мне интернет практически уже мой друг. Я походить стал на какого-то кретина. Куда бы я ни шел, со мной везде айфон. Этот айфон отнял весь сон, мои все силы. Короче, мне он помогает пойти во всем. Вот да. Особый случай выпадает, как раз. Подобный случай. Вот так Дзержинский протекает жизнь у нас. Свой ноутбук передаю, с него я фото. И видео я ноутбук передаю. Потом же в соцсетях, друзьям и для кого-то. Всем в интернете все бесплатно я дарю. А в соцсетях сейчас такое происходит. Там знаменитостей порядком, каких нет. Там Пугачева с Галбаным чего-то стоят. И безусловно по душе стал интернет, да. По телевизору их мало просто кажут. Они теперь все устремились в интернет. Они там разные покажут и расскажут. Да-да. Чего и не было, расскажут, что и нет. Вот так сейчас живут все люди на планете. А телефон навороченных своих не стало меньше и кретинов на всем свете. Что кроме интернета дел там никаких. Помешанными стал на этих телефонах. Все режиссеры, репортеры стали вдруг, да-да, помешаны все на айпэдах и айфонах. И даже у меня помешан лучший друг. Особый случай выпадает как бы раз. Подобный случай. Вот так в России протекает жизнь у нас. Особый случай выпадает как бы раз. Подобный случай. Вот так в России протекает жизнь у нас. Да-да. Да уж.